здесь представлены часы, которые также сделаны в новом фактуре верхнего деталера французского мастера бронзы. И сам верхний деталер, он был одновременно художником, он закончил академию художеств в Париже по классу скульптуры. И посмотрите, здесь Аполлон управляет четвертый коней, когда он летит на облаках, да, бог солнца, на колеснице, материал, металл. Да? Но у нас нет ощущения металла, они там дают такое ощущение легкости, да? Которое как бы Бог небесного своря перепугается в колеснице, разгребенной четырьмя крышами. Здесь сочетание позолоченной и патинированной черненой бронзы. Это тяжелый материал.